метеопрогнозах на пятницу вам расскажет Небесная канцелярия. Вас приветствую я и рада, и наш спонсор – дискаунтер бытовой техники «Холодильник». Все для нее. В преддверии праздника 8 марта. Сотни идей для подарков по суперценам и скидки на всю технику. А давай маме печь подарим. А давно мечтала? А бабушке блендер купим. Она ж у нас кулинар. А сестре возьму мясорубку. Пусть котлеты крутит. Фен я своей девушке подарю. Все за подарками в дискаунтер-холодильник. Микроволновая печь за 2990, набор противней 490, миксер 390, весы кухонные 390, смартфон за 2990 рублей. Город Северодвинск, проспект Морской, 49А. Телефон 921-501. 2 марта, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ночью минус 10 градусов, днем температура поднимется до минус 5. Облачно, утром небольшой снег, ветер западный слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление будет медленно падать и к вечеру составит 767 миллиметров ртутного столба. По народному календарю 2 марта – день Федора Тирана. В народе верили, если помолиться в этот день святому о пропавшем человеке или вещи, то вскоре они найдутся. 2 марта считали летоуказателем. По природным явлениям определяли погоду на лето. Если день теплый, то и сезон будет соответствующим. А я напоминаю, спонсор Небесной канцелярии – дискаунтер бытовой техники «Холодильник». В преддверии праздника 8 марта – акция «Все для нее». Сотни идей для подарков по суперценам и скидки на всю технику. Все за подарками в дискаунтер «Холодильник», Северодвинск, проспект Морской, 49А, телефон 921-501. Я с вами прощаюсь. До свидания.